друзья, подписчики мои, у нас сегодня будет обзор на набор Random Booster B146 Beyblade Burst Gachinko. Прислал мне на обзор целый набор магазин Beyblade 24, ссылочка на них в описании, друзья. И такое дело, мне ребята прислали их всего 7, потому что 8-го, а именно вот такого Джокера, у них не оказалось в наличии, потому что раскупают только в путь. Поэтому прямо сейчас переходи по ссылочке, получай мою скидочку по промокоду BAYZONE и заказ все годные волчки, радуйся, наслаждайся жизни. Ну что ж, давайте посмотрим. Я вам скажу так, после, допустим, рандом бустера прошлого, да, я остался, ну, мне понравилось, на самом деле, очень классно, очень интересный рандом бустер. И здесь вот нам выкатывают новое. И давайте посмотрим его составляющую. У нас тут, получается, есть дракон из интересного, да. Это, конечно же, Jugman Joker. Это Bushin Ashura с новым крутым диском верхним. Причем, кстати, сам дракон, Flame Dragon, он тоже с уникальным огромным диском с 6 подшипниками. Вообще безумие. Из прошлых серий есть Гайст Фафнир, Роктоворчик, Кербеусик и Ревайв Феникс Токаратоми. Наконец-то я получу эту верхний хотя бы слой, по крайней мере, пока что от компании Токаратоми. Вот, и самое интересное в этом наборе, это, конечно же, новенький горячий металл. Только-только я говорил о том, что Шторм Пегас вообще лучший, и хотелось бы побольше нам получать таких вот ребят, как сейчас нам завозят вот такого вот чувака. Вот, по сзади коробки у нас мы видим, что мы видим? Какой-то персонаж тут. Кто это, кто, я не знаю. Это Гайя Драгон, это Флэйр Драгон. Вот, остальные бейблейдики. И давайте, наверное, распаковывать. Я буду делать как? Смотрите, я распаковываю блейд, мы смотрим его внутренности. Потом я делаю склейку и блейд показываю вам в разборе. Потому что мне так будет проще, ну, в смысле, в открытом виде. Мне так будет проще, чтобы мне не рвать ничего не это самое. Я потом просто чик-чик-чик порежу, и будет вообще все красивенько. Давайте начинать с первого рандом-бустера. Посмотрим, кто у нас туточки. Кто туточки? Я туточки. Текс, 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 текс. Слушай, ну что-то не достается. Оп. Вот так по красоте. В коробке у нас пусто-пусто. Картоночка, все в стиле Токаратоми. Здесь у нас что? Здесь у нас сразу, да, идут, получается, у нас наклеечки. Это у нас кто? Хазард Кербеус. И вот такая вот от него карточка B46, цифра номер 6 у хазарного Кербеуса. Плюс вот такой вот вкладыш, ну, с напоминалкой, наверное. Вот, сейчас будет склеечка, я покажу вам, что было у нас в этой коробочке. Итак, друзья, вот, собственно, сам Black Version. А что-то у меня с фонарем, с моим фонарем, фонарем. Я просто открою вам секрет, друзья, товарищи, что он немножко сломался. И смотри, он даже в кадр залезает. Просто безумие. Вот он. Black Version Hazard Kirbeus. Всегда приятно. Люблю этот волчок. Очень сильный, мощный от компании Токаратоми. Очень интересный. Хотя вот, кстати, черная версия сзади выглядит как-то пустовато, да? Согласитесь. Дальше идем. Диск под номером 00 от Зет Ахиллеса. А чё, Зет Ахиллеса? Драйвер от Blasted Genius. Вот так внезапно. Я не смотрел обзоры на эти наборы. Объясню почему. Потому что годного обзора нету. Ты, допустим, залетает в поиск какой-то тебе обзор. Открываешь, там два волчка тут обозревают. Открываешь, там вроде как 6, но непонятно, откуда из каких коробок они их подоставали. Открываешь еще, короче, адекватного обзора нету, кроме моего. Пускай будет. Подписывайся на канал, ставь лайк. Вот такая рама бесплатная, очень классная рама, лимитка интересная. Такую рампу всегда приятно. Что ж, давайте я его соберу, одену рамку на него. Вот такой. Вот такой масенький, типа, смотри, как переливается, какой блестяшка, да? Вот такой вот драйвер. Очень крутой волчок, мне очень нравится. Так, конечно же, наклеечки, конечно же, история такая. Идем потихонечку дальше, открываем следующий рандом бустер. Давайте узнаем и узрим, кто у нас попался в нем. Так, бумажки, скотч какой-то. Так. Как бы нам его достать? Оп. Годится. О-о-о-о, друзья мои, это же Flare Dragon. Я наклеечки открываю теперь при вас. Ну, потому что мало ли их там две, вы потом не поверите. Так, здесь один наклеек. Слушай, наклеек на... Слушай, вообще я гачи обожаю только за то, что они подзабили на наклейки. И кладут их мало, но здесь прям достаточно. Круто, сейчас будет, друзья мои, склейка. Я покажу вам, что у нас лежит вот здесь. Волчок я уже открыл. Итак, внезапно попадается нам драйвер от Зитрончика. Чё у меня с лампой? Не могу понять. Сюда иди.
Вот такой драйверочек. Нет, что-то лампа вообще меня в последнее время подводит. Может быть, вот так как-нибудь сделать ее. Ну давай, остановись. Вот такой вот драйверочек от Zitron-чика. Красненький, необычненький, прикольно, приятно. Каратом меня удивляет уже второй раз подряд. Типа Blast Genius, теперь Zitron. Неплохо. Далее покажу вам вот такой диск. Друзья, я когда смотрел ролик с канала Beyblade Club UA, когда они такие: ну, от Zitron у нас драйвер есть, и мы соберем копию. А это у нас драйвер от Ace Dragon. Чё за чушь, чуваки? Ну камон, ну какой драйвер от Ace Dragon? Посмотри, это совершенно другой диск. И здесь огромное количество подписчиков. Огромное количество подшипников. То есть получают 4 в диске и 6 вот здесь. Вот, друзья, посмотри, какой просто фантастический. Кто? Правильно, опять Ace Dragon. То есть, ну камон, ну сколько можно делать мне из драгонов? Сделайте мне что-нибудь новенькое, прикольненькое, интересненькое. Ну почему опять Ace Dragon? Ну, прикольно, слушайте. Акукарача, акукарача, подписывайся на канал. Акукарача, акукарача, ну вы поняли. Давайте мы его аккуратненько. О, слушай, какой же он приятный все-таки. Просто волшебство. Вот так он выглядит изнутри. И вот так он выглядит, если поставить ему все детальки. Сейчас покажу, вернее, как он выглядит. Слушай, ну это, конечно, ну колоссального размера эта история. Потому что, ну вообще, ну просто, ну слушай. Мне кажется, такой волчок просто должен рвать и метать. По крайней мере, шуметь он будет колоссально. Давай двигаться потихонечку дальше. Кто у нас тут? Кто у нас тут притомился? Кто у нас тут мой маленький? Кто тут у нас хочет к Бейзону, да? Кто тут хочет к Бейзону? Оп-оп-оп. О, а это же у нас как раз-таки вот этот вот новенький волчок. Ну, вы поняли, о ком я говорю. Давайте наклеечки открою при вас. Ить. Так, по наклейкам все в порядке. Сегодня ничего мне лишнего никто не хочет класть. Друзья, сейчас будет склеечка и продолжим. Друзья, сейчас, короче, распаковывал и смотри, что заметил. Что, во-первых, диск у нас абсолютно такой же, что был только что. Абсолютно то же самое, но странно, почему-то у этого была просто черная упаковка и все у этого диска. А вот у этого диска была еще вот такая вот синяя. Друзья, ой, сорямба. Вот поэтому я буду, вот поэтому, вот, ну вы поняли, короче. Вот Такара Томми запаривается с упаковкой, там скотчика, то, сё, то. А я каждый раз страдаю, когда открываю рандом бустер на камеру, потому что я рву там эти коробки, потому что невозможно много скотча. И постоянно дергается камера, мне это раздражает. Вот, что меня еще больше раздражает, когда меня обманывают, потому что, камон, ну камон. Со Шторм Пегасом были совершенно классные тальки, здесь что это? What is this? Почему? Почему это одинаково? Ну, что это нечестно, Такара Томми. Вот здесь приятно побаловали батю, красная пружина, на таком драйвере, у меня такого еще не было, крутой драйвер. И вот он, я не знаю, кто это, я не знаю, что это, да мне и все равно. Это очень классный, годный Beyblade, мечтаю обклеить его наклейками и посражаемся. Давайте я его теперь соберу. Вот я думаю, что он будет рвать, потому что это, слушай, во-первых, его фиг 2 соберешь, во-вторых, ну это просто awesome, посмотри, какая петля. Ну просто, просто фантастика, друзья. Это просто супер пушка нечто. Отлично, идем дальше. Что же у нас лежит в этой упаковке? А, я забыл еще снизу тоже рубануть немножко. Что же у нас лежит вот здесь? Хороший вопрос. Оп, чекпоинт. А кто это у нас? О, это же у нас Guys to Fafnir. Guys to Fafnir. Синенький от компании Такара Томми. Причем, кстати, я делал уже... знаете, что я делал? Я делал эту... Как она называется? Фигня. Короче, один чувак был в Японии на конференции. И я нашел его видосик, набрал вам прикольных картиночек и сделал свое мнение про это. И вот как раз-таки там и был вот этот вот Wizard Fafnir. Check this out, друзья. Ну это просто, ну посмотри, это просто шикардос. Ну посмотри, какой он классный, утипутечка, какой прям потрясающий, с закрепочками красивенький такой, мока-мока. Вот. Опа-па, открывал Fafnir, и помимо того, что здесь внезапно залетела вот эта вот штучка,
от Wizard Фафнера, ладно бы от кого, от Ашуры, там еще что-то, но она залетела от Wizard Фафнера, так здесь еще вот это, друзья. Кто это, что за драйвер, пожалуйста, в комментарии отпишитесь, но это очень прикольно, так полагаю, что он новый, эта фигня сверху, она еще и вращается, и это здорово. Я думаю, этот Geist Фафнер будет вообще всех просто разрывать шаблоны всем. Был бы он еще просторонний, был вообще бы шоу. Да, сегодня меня Такара Томми конкретно удивляет, и меня прям радуется глаз за все это дело, мне приятно видеть то, что они стараются. Но халтура, конечно, есть, вот с диском металлическим от фиолетового чувака, от красного. Возможно, здесь типа Такара Томми нам намекает, что могут быть похожи. Не знаю, честно. Но типа того. О, а здесь у нас кто? Здесь у нас ненавистная мною всем сердцем Бушин Ашурка, зелененькая бабушка Шурка. И у нее тоже колоссального размера наклейки. Причем, смотри, какая причем интересная штука. Что есть наклейки от красного дракона маленькие, потому что типа только на диск. А здесь еще наклеечки до Ашурки. Или подожди, или... Ну да, у дракона получается нет наклеек. Необычно, интересно, внезапно. А вот. Что же он... Ой, слушай, ну он, конечно, не, он прям огромного размера, огромного. Давай его скорее взглянем на него, посмотрим. Что же у нас тут такое? Оп, а он запакованный. Я же не договорил своему мудрую мысль, друзья, что Такара Томми запаривается с упаковкой, но при этом все равно сотрудники магазинов или складов все равно открывают упаковки, берут, достают наклейки из черного пакетика, потом переупаковывают в белый прозрачный пакетик. Вот такие дела. Кто-то даже покупает кучу рандом бустеров, ну, как бы взвешивает, записывает, и как бы потом после этого он у меня скотч прилип. Он еще, короче, и делает что? Правильно. Продают информацию продавцам, которые по-тихому тык-тык-тык и забирают себе волчки. Вот как-то так. Поэтому Такара Томми, плиз, ну не заморачивайся вы настолько с упаковкой. Это же, ну, бред. Ну, прям столько слоев черного скотча. Черный, вернее, ну, черного полиэтилена и потом скотча. У нас сегодня full set. Собери Blasta Genius, которого нам не завезли, потому что драйвер у меня уже есть. Теперь у меня от него есть диск из этого рандом бустера. Было бы прикольно, допустим, у вас, ну, пару гачи, там один Storm Metal. Да, такой правильно назывался. И, допустим, какой-то волчок есть, который выпихает деталь, допустим, этому, деталь этому, и верхушка просто отдельно. И прикольно было бы, интересно сделать. Самый вообще банальный, ужасный драйвер, просто какой только можно было придумать. И вот такая вот Бушина Шурка, бабушка Шурка, а вот такая вот прекрасная королева у нас тут имеется. Что ж, давайте ее соберем, посмотрим, как она выглядит. А вот такая вот малышка, забавная, крутая. Текс. Ить. Следующий. Лот на барабане. Не лот, а что-то такое следующее здесь у нас лежит. Непонятное. О, это у нас рактоворчик. Однозначно это рактоворчик. Видишь, у них даже пакетики, я просто не могу. Ну, сейчас покажу, наверное, на этом. Нет, наверное, не покажу. Но чтобы мне не то чтобы доказать, что, ну, типа, правоту своих слов. Но вот смотри, как бы вам так показать. Короче, вот здесь, вот видишь, нету дырочек, да, нигде, никак на пакете. А вот на этом пакете почему-то есть. То есть вы думаете, что это Такара Томми, огромная миллиардная корпорация, которая так косякнула и забыла добавить дырочки? Нет, просто... А, подожди, вот дырочки. Подожди. А, нет, стой. Что-то я не пойму, подожди. Здесь дырочки, вот, подожди, я нашел, подожди. Здесь дырочки вот здесь, две дырки, я думаю, вам прекрасно их видно, да? То есть вот она как бы, да, про... можно пакет, вот видите, дырку сделать. Но здесь, смотрите, получается у нас что-то пошло не по плану. И тут дырок, или тоже есть? А, тоже есть. Странно, странно, ну ладно, 1-0 Такара Томми, окей. Непонятно, непонятно. Че по наклейкам, самое главное мне. Да, наклейки стандартные от Рактовора. И это у меня, между прочим, уже второй. Рактовор второй. А где он, кстати? А вот Рактовор. А, так, будем открывать Рактовора. Итак, значит, вот такой у нас получился Рактоворчик потрясающего цвета, розового, вообще супер Рактоворчик, дезаут. Круто, с такими еще блестками, это супер. Халявная рама, да еще и Трайдента, всегда приятно. Диск под номером 7 от Legends Prigana. И вот это.
Друзья, ну серьезно, Такарато... Я... Сейчас меня будут все мамкины критики, меня сейчас будут от самого упрекать, то, что я не разбираюсь и все критикую. Ну, камон! Уже 4-й сезон! Почему этот драйвер из 1-го сезона? Ладно бы он был... Вот, нет, кстати, здесь претензий особо нет, потому что с красной пружины это неплохо. Да, хорошо. Но почему он у Ашуры такой же? О, почему он такой же? Кто мне это расскажет? Я не понимаю, как это работает. Окей, давайте соберем Роктавошу и откроем последний рандом бустер, в котором нас ждет что? Правильно, пиши в комментариях. Какого волчка я еще не показал сегодня? Причем, наверное, волчок, который желаемый мной из всего этого рандом бустера, вернее, кусок этого волчка, но я думаю, вы уже поняли. А если не поняли, сейчас покажу, кто это будет. И это у нас Феникс. Фениксушка. А вот. И, наверное, что? Наверное, кто? Вот такие вот у него наклеечки. Такая бумажка. О, здесь тоже, кстати, есть халявная рама. Давайте я в лайве прям при вас открою, посмотрим. Что нам здесь такого завезли интересного? О, диск от Фафнера. Собери своего Фафнера. Где сам Бейблейд? Где сам мой долгожданный легендарный ревайв Фениксушка? Где мой сладенький? Вот мой сладенький. Обязательно протестирую против 50 волчков Бейблейда. Только мне, пожалуйста, об этом напомните. Текс. Вот он. Крутой, красивый, желтенький ревайв Феникс. Это мой любимый волчок. Ревайв Феникс Токаратоми, конечно, вообще годный. Ну, конечно, проверим. Что-то какая-то букашка здесь. Конечно, проверим, насколько он годный, как он будет вообще работать. Но пока внешней претензии к нему, ну, нету. Вот. И здесь у нас что еще? О, халявная рама. Такой, кстати, у меня не было. Прикольно, рамки я люблю. Ну и драйвер. Что за драйвер, боюсь представить. А, вот. Слушай, ты серьезно? Такаратоми, в чем? Я не понимаю. Но здесь тут тоже красная пружина. Но, то есть, получается, я так вот насчитал, было 3 красных пружины, да? Окей, понятно. То есть, получается, что у нас в целом сете 3 одинаковых драйвера. Друзья, если вы после вот этого будете бомбить и говорить то, что я не прав, ну-ка... Подожди, что там, бумажка какая-то, картонка. Если вы после этого ролика будете на меня бомбить и говорить то, что я зря гоню на компанию Такаратоми... Нет, дело не в том, что я плохой, злой или какой-то... Я просто... Я не могу понять, почему, как это работает. То есть, раз драйвер, два драйвер, три драйвер. Три абсолютно одинаковых драйвера. Единственное, что у этого красная пружина и у этого красная пружина. А здесь красная пружина не завезли. Вот. Сейчас я пойду клеить наклейки, немножко посражаемся и в конце выскажу мнение касаемо этого набора. Не переключайся. Итак, друзья, собственно, вот что у нас получилось. Я все обклеил наклеечками, как вам обещал. И сейчас в конце готов подвести какое-то свое мнение, да, по крайней мере, временное. Потому что, ну, покажут только битвы, покажут только тесты. Мы должны убедиться в том, что это действительно крутые волчки. Касаемо цветовой гаммы, я хочу сказать прям респект. Потому что, ну, желтый ревайв Феникс, зелененький этот чувак, красный Флейм Драгон, синий Фафнер, божественный просто лиловый, черный Кирбеус, розовый Роктавор. Вот, Джокера не хватает, но его дошлют, поэтому все будет тип-топ, обязательно тоже протестирую его. Вот, касаемо цветовой гаммы, просто фантастика, то есть они сделали прям очень красиво. Я недоволен тем, я доволен, во-первых, что здесь положили Феникса, ревайва, да, то есть если у вас, допустим, нету возможности, вы упустили, прошляпили, проморгали красного, да, Такаратоми, то вот здесь самое то, получилось желтого Феникса, это клево. По факту здесь все крутые, то есть, допустим, когда я заказывал себе рандом буст для дышки Хэдисон, там я рисковал, там было пару персонажей, которых мне бы получить не хотелось, но здесь у всех свои фишечки, но здесь, наверное, кроме, наверное, Роктавора, ну, потому что, ну, типа, Роктавор у меня есть, вот, наверное, кроме Роктавора, хотя розовый Роктавор, это очень классно, вот. Здесь получить, наверное, хочется абсолютно любого. То есть, какой блейд не закажи, какой блейд вам не выпадет, но это будет сказка на самом деле. У меня есть претензии, на самом деле, на данный момент, пока мы еще не тестировали, есть претензии к двум одинаковым верхним слоям. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, ну почему Ашура? Ну могли бы сделать, ну не Ашуру, ну камон, Ашура это слабовато. Хотя новый диск, причем смотри, как сделано, что здесь она как бы сверху,
А здесь как бы сбоку. С одной стороны разная крышка, но с другой стороны это одна и та же позиция. Идем дальше. К вот этому диску есть претензии. Где? Вот здесь. Да, могли бы сделать, ну, разное. То есть, ну, почему? Хорошо, нет. Я не против вот этого металлического диска. Он классный, да, крутой. Но могли бы дать этот диск кому-нибудь другому. То есть, ну, не именно вот этому волчку. Но это мое мнение. А, и, кстати, да, я тут нашел разницу. Вот смотри. Раз, так, два, три, где? Так. А, вот к этому вообще респект, Фафнер. Вот с таким драйвером это прям вообще солнышко, сказка, утипутечка, прям вообще великолепный. Но у меня претензия вот к этим драйверам. Я присмотрелся, вот этот драйвер, он другой. У него пипка верхняя немножко толще, чем у вот этих двух Бейблейдов. И, ну такое. А, что касается, кстати, рамок, всегда приятно у нас получить в этом комплекте три халявные рамки. Это приятно, неплохо. Я бы хотел увидеть в рандом бустере следующего поколения, я хотел бы увидеть Blaster Genius. Ну а почему бы и нет? Вот, и, кстати, вот если честно, получается, здесь рамка не нужна, здесь рамка от Фафнира, ну, хотя она не снимается, по идее, могли бы сделать здесь. Ну, то есть, я не вижу проблемы было им добросить рамку, например, вот в этот сет. Ну, почему? Ну, вот почему они не положили, сделали... Почти красиво, вот почти хорошо, даже бог с этими дисками, они крутые, бог с ними, с верхними слоями, они тоже интересные. Но вот раму доложить и поменять буквально, но вот здесь хорошо, окей, здесь красное, сделали бы здесь красную, то есть, ну не знаю, что у них в голове. А, вот такая вот куча бумаги, кстати, у меня теперь есть. Это у нас инструкции, это у нас QR-коды. И вот как-то так. Не знаю, друзья, я хотел бы в новых волчках нового поколения увидеть что-нибудь, ну, наверное, поинтереснее. Ну, не знаю, но это как-то, ну, грустненько. Ну, типа, вот, ну, не знаю. Мне кажется, ничего так ротами не стоило добить просто драйвера, и было бы всем счастье. А на этом на сегодня все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, тесты совсем скоро на канале. С вами был лучший ведущий, неугомонный Блэйдер. Спасибо огромное, что пришли. Боязон неугомонный всегда с вами. Всем удачи, лайк, подписочка, ребята, мне это важно, комментарии, почему бы нет, колокольчик, ну да, инстаграм, ВК, вы знаете, где меня найти. Все, всем пока-пока, дорогие, до свидания! Заполнен зал здесь ежедневно, Beyblade Burst, и цель одна, победа очень нам всем нужна, Beyblade Burst. Новый братком, подпишись на канал, поставь лайкос, напиши классный комментарий, Beyblade Burst, вперед!